Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Мажор» – сериал 2014 года. Таких, как наш главный герой Игорь Соколовский, то есть детей высокопоставленных богатых родителей, называют мажорами. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал. Безответственный прожигатель жизни. В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими, выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции, то самое, в котором служат ночные полицейские. Его, мажора, там не ждут, его презирают. Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Тайный мир, равновесие. Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. Мы называем их тени. Работа таких, как мы, доставлять их обратно в темный мир. Надвигается катастрофа, и человечество может оказаться во власти тьмы. И только мы можем сохранить равновесие. Закрытая школа. Сериал рассказывает о жизни учеников и преподавателей элитной школы-интерната, расположенного в старинной усадьбе посреди мрачного, но живописного леса. В их замкнутом мире все переживания намного острее, чем в обычной школьной жизни. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!